Да. Завтра? Все, я понял. Теперь ручки давай. Вытяните. Пока. И вот так поехали. Раз, два, три. Поехали так же, да. Женя, и с середочкой мы ручку сбиваем. И с середочки мы сбиваем, да. И с середочки. Вот ты ножку поднимаешь, и с середочки. Бах, вы ударили. Бах, ударили. Друг от друга расстояние, чтобы пендали не надавали. Круг шире. Так, ходите, делайте, внимательно слушаем правила безопасности в зале. Необходимо заниматься только в спортивной форме. Повторили все за мной. Заниматься только в форме. Входить в спортивный зал только с разрешения и в присутствии инструктора-руководителя. Входить в зал только с разрешения. Повторили все. Входить в зал только с разрешения. Молодцы. Выполнять упражнения строго по команде. По команде. Если упражнение выполняется всеми по очереди, не спеши. Подожди, когда твой товарищ выполнит и освободит место. Не спешить, не торопиться. Ясно? Во время занятий и игры соблюдать дисциплину. Точно выполнять указания инструктора. Во время занятий соблюдать дисциплину. Точно выполнять указания. А теперь вовнутрь поехали тоже. Вовнутрь. Бах. Бах. По противоположной ручке, да, удар наносится. Вот так, да. Выходите из зала во время занятия только с разрешения инструктора. Только с разрешения инструктора. Запрещается. Запрещается входить в спортивный зал, убрать инвентарь без разрешения. Запрещается брать снаряжение без разрешения. Заниматься в часах и украшениях. Нельзя заниматься в часах и украшениях. Запрещается разговаривать во время выполнения упражнения. Вовнутрь, Женя. Вовнутрь. Заниматься при плохом самочувствии тоже запрещается. Ставить подножки, толкаться, отвлекать других во время выполнения упражнения. И запрещается нарушать дисциплину. Важно быть честным, вести себя спокойно и достойно по отношению к окружающим. Упор лежа принять. Сразу упор лежа. Женя, куда пошел? Сразу. Упор лежа принять. Совсем. На кулаки или на руки? Ну, не важно. На кулачках давай. На кулачках, на кулачках, на кулачках. Это еще больнее. Нет, это не больнее. На кулачках встали или на ладошках, да? Правую ножку вверх подняли, вверх. Натянули, носочек натянули. Теперь подпрыгнули на левой ноге и правую поставили вниз, а левую вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем, ходим по кругу. Денис, давай, продолжай, сейчас запишу всех. Ноги сделали, колени сделали. А можем тоже попить воды? Нет, пока терпим. Воду пить только можно через полчаса. Пока терпим. Ножки сделали, колени сделали, теперь делаем и ножки, и колени вместе, ручки перед собой. Делаем два шага, на третий шаг на коленке. Раз, два, три, встаем. Два шага сделали на коленку. Встаем. Руки не опускаем, руки перед собой. Так, разговоры. Оп, смотрите, куда пошел. Вот ты сам куда идешь. Вот круг по залу. Ты видишь, держись возле стенок. Вы круг не ломайте. Старайтесь бесшумнее делать.
Роман Валентин. Про меня? Да. Загорский Роман Валерьевич. Валерьевич, да. О чем мечтаем? Руки подняли. Ускорились. Все, все, все. Иван, ускорились. На один счет делаем два наклона. Начинаем с левой стороны. Наклон влево, наклон вправо. Вправо. Антошка, раз. Дмитрий, какое число? Владимирович. Владимирович, да? Два. Три. Так, Яшин здесь. Четыре. Здесь я. Макарющин. Пять. Ос. Загорский. Тут. Назин. Назин. Бешимов. Семь. Здесь. Антошкин. Здесь. Молодцы. Восемь. Девять. Девять, десять. Десять. Ну-ка, дочь, сосчитай нам до десяти. Один, два. Эх, ты не так быстро. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Умница. Считай. Следующий. Раз. Два. Если устали, кто устал, просто держите. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Данила, счет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Иван. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дима, да? Диман или Женя, или Роман, кто там стоит? Романа нету. Да, меня нету. Два. О. Идите. Тихо. Алло, сесть. Да. Идите. Так, смотрите, попросите устроить, видите? Встаем. Себя пока терпи, пока у тебя ты сухой еще не смог. Давай, давай, делай. Что, растяжку поехали, разогрелись? Да. Да. Растяжку, Женя, без вообще это. Сейчас Денис Владимирович идет в тренировку. Че можно, че? Колесо, говорит, можно делать? Какое колесо? Рассыпались по залу. Как горох. Как горох. Давайте, что стоите-то, парни, растяжки. Присаживаемся. У вас шпагат. Господа. Вместе занимаетесь, но шпагат никак еще не добьетесь. Все помнят, как садиться в такое вот положение.
Не надо, садись, как я сажусь. Садись, я тебе говорю. Ты сейчас домой отправлю. Все тебя ждем. Сейчас все отжиматься будут, пока ты будешь баловаться. Садись, как я. Мальчишки тебя ждут просто, чтобы все вот так же. Хорошо, как знаешь, делай сам. Как может, да, пусть как может. Вон, смотри, как Сергей Геннадьевич сел. Так, хочешь сесть? Готовы? Ножки натянули все. А как? На бок. Вы сели, получается, на левое бедро. На левое бедро. А, вы на правое? На левое все сели. На ручках будешь? На левое бедро, Женя. Садись, да. Вот так сиди. Да. Готовы? Да. Поехали. Наклончики корпуса. Тянемся подбородком к носочку. И как это называется? В общем, выполняем наклоны. Наклоняемся пятки. Наклоняемся коленки. И чуть-чуть наклоняемся за колено. Ножки. Я как раздвину, так держать, ясно? Так где? Нет. Шире, натяни. Молодец. Натяни. А ты просто не надо. Больно, натяни. Вот здесь надо больно, раскрыть угол. Раскрыть. Надо, чтобы да. Было. И здесь ладно? Раскрыть надо угол. Вот. Как можешь, так? Все, и наклоняйся чуть-чуть. Да, этой ножки туда. Натяжение. Туда. Раскрывай. Договорились? Все, поехали, прокачиваем, где прокачиваем. Да? Да. Прокачиваем. Ну, сделай это лягушечку. Делаем. Не отвлекаемся все. Надо сделать как минимум 100 наклонов. Делаем. Там раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Понятно. И заново. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так же до трех все умеют. Делаем. У нас получается, мы сейчас делаем в свободном режиме. Инструктор вам только ведущий показывает, какие действия надо делать. Шире ноги. Иван, что залипаешь? Шире ножки. Классно. Все делаем. Ручками вот туда. Да. Растягиваем. Ножки, да, растянули еще. Растянули, поехали, такие же наклоны, так же тянемся. Рукой прям тянемся туда. Да. Еще вытянули ноги. Делаем. Сказали делать, надо делать. Иван, трудно? Очень. Очень трудно, я знаю. Надо делать, брат. Я знаю, нога. Ну ты по рамкам. И правильно. Надо в разные. Надо вот сюда. Надо в разные. В центр тоже наклоняйтесь. В центр раз. Поехали. Молодцы. Пока ножку не сказали менять. Пока для вас вот так. Пока вы вот так держите. Тяните. Давайте, делаем, все можно, сделаем. Делаем. Классно. И можно не клоняться. Поменяли на другую ножку. Перевернулись на правую ножку. Да. Все то же самое, все те же наклоны. Thank you.
Раздвигаем, раздвигаем, еще ноги разводим, еще шире. Женя, не балуйся, не балуйся. Ножки шире раздвигаем, ваш шпагат должен быть. Вы молодые, у вас растяжка должна быть нереальная. Еще раз тянули. Нет, в боку, да, да. На бок тянем, тянем, тянем. Тянем. Из этого положения выходим. Впереди коленочка согнутая. И локоточками тянемся до пола. По коленку выше плеча поднимаете. Да, 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 да. Надо пытаться пролезть под колено. Да, и наклоняетесь вниз. Давай, Вань, давай. Да, да, делай так. Прям под колено, аж залезайте под колено туда. А ты делай, не поднимать под коленки, но чтобы больно не поднялись. Сделали, теперь раз. Так, переходим в такое положение. Оп. Только коленочки вместе должны быть. Ваня. Ваня. Левая нога согнутая, сидим на носочке, правая нога прямо выпрямленная. На носочке, да. Спинка прямо. Чуть наклон вперед. Наклончики. Поехали вперед. Ты пришел? Тянемся. Отбой. Носочек на себя. Носочек на себя. На себя. Женя, на себя. Давай. Прям носочек. На себя. Да, чё? Да. Что случилось? Делаем, делаем. Ваня, не отвлекаемся. Тянем, 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 тянем. Тянем. Нет, Дениса слушаем. На меня вообще внимание не обращайте. Потянули. Потянули теперь эту ножку правую берем и назад ее уводим вот так. И получается у нас то же самое положение, только на другую ногу. И все то же самое. Пытаемся левую руку ставим за коленку. Вот оточки тянем до пола и подлазим под ногу. Каждый должен засунуть голову под колено. Смотрите, что там потом у вас раскрутили. Ну я под своим получается, может я вообще не выйдет. Простите, у нас замерз. Давай, давай. Давайте, 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 протягиваемся. А, надо на голову что-то туда? Нет. Ногу надо натянуть. Вам же объяснили. Вам надо ножку натянуть. И ручкой вот так вы пролезаете. Жень, ну я как показываю? Натяни ногу заднюю, натяни ногу заднюю, Женя. Вот, натянуть заднюю, чтобы ножка задняя. Да, здесь вы рукой проходи, чтобы нога не уезжала. И плечо под коленку, да, молодец, Диман. Иван, Иван, Иван. Это боль. Давай, 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 Ваня. Терпи, на левой ножке стой, на левой ножке. Как парни, смотри, делают. Повторяй за ребятишками. А заднюю ножку натягивай назад. Да. Теперь ножку поменяли быстрее. Теперь правая нога вперед,
Да. Правая нога вперед. Правая нога вперед, Данила. Так, а у меня она уже была. Была, значит, левая тогда. И все так же, да. Тянем, тянем, тянем. Иван, правую ручку под правую коленочку засунь. Посмотри, как Дима делает, как остальные делают. Изнутри, изнутри. Вань, нет, Вань, с другой стороны. Вань, да, с другой стороны. Вот так, с другой стороны. Вот с этой стороны. Вот. Давай, давай, давай. Протянулись? Протянулись? Давайте сейчас сыграем, а потом еще растяжку дальше, да? Ну да. Так, малышня вся на ту сторону. Быстрее, вся малышня на ту сторону. Роман. Данил. Задача. Мы кидаем вам, вы ловите. Вы кидаете нам, мы ловим. Готовы? Не толкаться, ловить надо четко. Ловить чуть надо. Одновременно? Ну, по очереди, любому выбирай по очереди. Можем одновременно, вообще не важно. Встанем сюда. Смотри, аккуратно здесь, видишь, тревочки торчат, не напарить. Уже обстрел пошел, блин. Не пускай убежать. Хватай! Сергей, не пойму! Кидай! Кидай! Тарелочки запускай! Вот так, смотри! Кидай в нас! Вы должны в нас попадать! Вот так, смотри, вот так! Попадай! Не толкаемся! Попадай, попадай, не толкаемся! Давай, давай, давай. Давай, давай, сразу конечно берем, ловим, бросаем. Опа, да. Блин. Сильно не бросайте. Должно быть, она красиво должна пролететь. Сильно не бросаем. Сразу поднимаем. Что видим, где сразу поднимаем. И на свою площадку уходим. На свою площадку уходим. На свою площадочку уходим сразу. Давай, 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 давай. Своего. Давайте, 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 давайте. Ловим, бросаем, ловим. Вы должны бросать четко, чтобы в руки, да, попало. Вам надо так бросать. Ух ты, дальше вы полетела. Иван, сильно не бросай, должно быть четко прилететь. Давайте. Женя, дальше к стене отходи. Давай. К стене дальше отходи, Женя. Да от стены дальше отходи к стене. Женя, упор лежа принять. Женя, ну ты! Упор лежа принять. Подняли правую руку вверх. Правую руку вверх подняли. Иван, можешь выбросить тарелочку пока. Ксюхе его надо дай. Правую руку поставили, левую руку вверх. Теперь мы начинаем двигаться через такие действия. Раз, два, три, все, пошли двигаться вперед. Четыре. Вань, если больно, на кулачке делай, да. Раз. Все, двигаемся, друг друга не задавливаем. В ту сторону двигай, куда ты пришел, вперед. Молодец. Двигаемся бесшумно. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Тело прямо, как будто мы отжимаемся, тело не сгибается. Двигаемся, двигаемся. Ваня. Двигаемся, двигаемся. Ваш, как больно? Ну да, потом на руках, я тебя сейчас за ноги возьму. Теперь перевернулись кверх животом. А? Кверх спиной. Ваня, поняла? Вспомнила? Кверх животом. Пошли. Кверх спиной.
Надо вверх животом походить. Вверх спиной. Давай, в другую сторону начинаем. Вверх животом. Вверх спиной. Вверх животом. Не сдаваться. Вверх спиной. Идем, не сдаваться. Нет, не падать, идем. Идем. Вон, Сережку заново. Встали. Yes. Дошли. Встали. Молодежь, ко взрослым. То, что сейчас Денис Владимирович со своей дочкой делал, сейчас так же мы с вами. Все, по-взрослому разбились пары, быстрее. Быстрее, быстрее. Так, что за взрослый молодой, взрослый молодой. Давай. Молодежь. Сюда же иди. Пошли. Да, тачка называется. Иди, Денис, быстрее. Давай. Задом передом, задом передом. Передом? Да. Пошел. Не-не-не, куда ты? Спиной так же он тебя поволокет. Нет, держи его за ноги, все правильно. Вот. Его за ноги. Нет, зачем? Ты его держишь спокойно, просто тянешь на себя от себя. Надо сделать один круг. Да? На кулачке давай, один круг надо сделать. Давай. Вымер. Нет, ты чего? Давай вставай. Женя, подъем. Да, подъем. Да? Подъем, машина. А что не залечил? Иди, поехали вперед. Почему вперед не заклеил? Пошел, до стены дойти. Давай, до стены. Давай, до стены. А что, Диман, ты стоишь? Давай, не падай. Встал? Нет, даже косюк сломался. Молодец. Все, дошел, да? Красавец. Подъем. Еще раз, Саша. Да, подъем. Так, теперь подъем. Присели. Все по кружку встали. Выпрыгнули. Вера сделала. Давай, присядем. Давай. Раз. У тебя свободный режим. До шкафа. Два. До шкафа. Ручки не коснулись пола. Офигеть. Три. Присели. Ручки не коснулись пола. Ну вообще. Четыре. Красавица. А теперь мы делаем все то же, только с выпрыгом. Молодец. Вперед. Молодец. Оп. Как лягушка, да. Поехали. Дима, Дима, сразу присели. Оп, Иван, давай, Иван вместе с нами. Ну и что, рука, ты же не на руках будешь прыгать. Ты же на ножке прыгаешь. Пальчиками немножко. Прыгаем. Прыгаем. Бесшумно. Прям выпрыгнул. Вперед и вверх. Оп. Оп. Можно в бок прыгать. Оп. Оп, оп, и оп. На шпагат все сели, быстрее. Поперечный, да? Аккуратно. Или продольный, это какой? Поперечный. Сели. Неправильно сели. Ручки перед собой, ножки в сторону. Надо локти поставить так, чтобы они, например, находились на одной линии с ногами. Вот на этой вот линии. Ближе локти к ногам. Иван. Женя, что такое? На пяточки. Локти к ногам, Женя. Подведи. На одной линии должны находиться локти и ноги. На локти. Поехали, носочками качаем. Качаем, Женя. Дима, Иван, на пяточки. Упор лежа принять. Это вам, детям. Взрослые правила также продолжают. Упор лежа принять на кулаках. Вы меня не будете, если слушать, вы будете отжиматься. Стоим на кулаках, Иван. Иван, просто на кулачках стоим. Женя, на кулаках стоим. Ваня, на кулаках, да. Задача, смотрите, наша. Стоим на кулаках, ножки разводим в стороны. Подводим опять прямо. Ножки разводим в стороны. Подводим опять прямо. Разводим стороны, подводим прямо. Разводим стороны, подводим прямо.
Выпрямили спину, выпрямили спину. Выпрямили спину. Выпрямили спину. Иван, на кулаки. На кулаки стоим. Подъем. Подъем, подъем, подъем. Поднялись. Поехали. Если вы не будете делать то, что мы вам говорим, значит, вы либо не сможете заниматься, здесь будут такие условия, что вы не сможете заниматься, либо вам придется делать то, что я говорю. Я безопасность, технику безопасности прочитал, что там сказано про выполнение занятий, про послушание. Надо слушать и выполнять, да? А почему вы не делаете? А? Почему не делаете? Скажи, Женя, почему не делаешь? Руки вверх. Поехали, стряхиваем воду. Быстрее. Иван, ручки вверх. Стряхиваем, стряхиваем. Никто не двигается, никто не стал двигаться. И поехали, прыгаем на носочек. Ножки вместе. На одну ногу. На одну ногу. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Ваня, 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 Ваня. Попрыгаем, классно. Одну ножку, прыгаем. Щелк, щелк, стряхиваем воду. Устал? Устал? Все устали? На правой ножке давайте, еще чуть. Еще чуть. Ваня. Теперь с ножки на ножку поехали. Ручки назад на бедра положили, поехали. Пяточками касаемся рук. Прям подпрыгиваем. Бесшумно. Быстрее. Женя! Ты же знаешь, что я не люблю повышать голос. Женя, аккуратно. А что купишь? А? Хорошо. Иван, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Стоп! Руки стряхнули. Ручки перед собой. Поставили. Руки перед собой. Не смотрим никуда. Внимание обращаем только на себя. Ясно? Женя, я на тебя постоянно внимание обращаю. Ты когда прекратишь? Может, тебе лучше не заниматься? А? Может, лучше не заниматься? Ты правильно же решил? Это трудно. Да? Зачем тебе заниматься? Тебе не нравится. Или как делать? Как будем, Женя, как поступим? Как поступим? Быстрее говори. Женя, как? Хорошо, что? Тебе трудно заниматься? Буду заниматься, скажи, хорошо, буду или заниматься. Или не буду заниматься? Буду, тогда руки сжал, все, никуда не смотришь. Иван, соберись, Дима. Накручиваем на себя. Поехали, накручиваем на себя. Как удар называется этот? Как? Как удар называется? Женя, как удар называется? Самый крутой боксерский удар. Скорпион, там что, он фанс, потом бах! Да, скорпион из Mortal Kombat так делает. Как удар? Апперкот? Да. Апперкот, поехали, накручиваем на себя. Накручиваем, 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 быстрее, ускоряемся. Ваня, 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 иди ко мне сюда. Быстрее, сюда. Каждый возле взрослого встали, выбрали парочку и встали возле взрослого. Лицом к лицу встали. На себя. И прям как драться начинаешь. Оп, 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 оп. Поехали. Быстрее, быстрее. Крути. Прям вот так. Крути, крути, крути. Так, не бегать там между ними, ясно? Давай, давай. Оп. Давай, я наверх убрал телефон. Давай. Давай, давай. Женя, молодец, молодец. Быстрее, только двигайтесь ножками. Вы обращайте внимание за ведущим, что делают. Прям накручивай, накручивай. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, на себя, на себя, на себя, на себя, на себя, на себя. Оп, 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 оп. Быстрее, 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 быстрее. От себя поехали. От себя. Да, быстрее, быстрее. Сейчас, пока не надо размяться. Быстрее, 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 быстрее. Петя, чувствуешь? Крути, крути, крути. Крутите так, чтобы ветер был. Вы раскручиваете.
бойся, не бойся. Не бойся. Стоп. Руки стряхнули. Не обращайте ни на что внимания. Еще раз повторяю. Поехали кувырки.